Здравствуйте, уважаемые друзья! Вас приветствует Игорь Жабин, бриллиантовый директор 22 карат. В нашей жизни и, конечно же, в индустрии MLM ходят много мифов про индустрию, про компании, про личности. И сегодня я хотел бы с вами поговорить об одном мифе, который вокруг корпорации Тиандэ. Миф звучит так. А правда ли дают машины в корпорации Тиандэ? А правда ли люди, которые ездят на машинах в разных странах, это машины, которые они получили в корпорации Тиандэ? С одной стороны, многие говорят мне: Игорь, а ты ездишь на такой машине, и там написано Тиандэ, это ты сам наклеил? Говорю им: да, это я сам наклеил. Другие мне говорят: а, наверное, специально компания нескольким лидерам вручила автомобили и, соответственно, рекламирует тем самым компанию. Вы знаете, много версий. Много говорит кто-то специально, кто-то говорит еще как-то. Я не знаю, что говорят. Я знаю однозначно, что если человек в корпорации Тиандэ принял решение и выполнил программу, то он получит свой автомобиль престижной марки Mercedes. Но, знаете, все начиналось не так уж давно и не так уж радужно. В индустрии MLM всегда есть слухи, всегда есть легенды, всегда есть мифы. И мы с Ламарой эти мифы, конечно же, хотим сегодня развеять. Пока сегодня один миф. Миф о том, дают ли реально в корпорации Тиандэ машины. И какие дают машины. Может быть, это машины марки Запорожец, может быть, это Жигули, может быть, это Порш, может быть, это Мерседес, может быть, это Инфинити или, может быть, другие автомобили. Но год тому назад, в 2013 году, корпорация на шестилетие объявила новый дополнительный автобонус к нашему прекрасному маркетинг-плану. Это дополнительная инвестиция, где компания делится своей прибылью с нами, с консультантами, с лидерами, с теми людьми, которые выполнили квалификацию. И за этот год выполнили 74 человека квалификацию на Mercedes. И сегодня в 32 странах рассекают Мерседесы с логотипом Тиандэ. Прекрасно забрендированный tiandae.ru веб-сайт и, конечно же, классный лозунг «Причина успеха». Действительно, причина успеха каждого человека внутри него. Но сегодня те лидеры, которые получили в подарок, подчеркиваю, в подарок от корпорации, они получили заслуженно. Они выполнили квалификацию, выполнили все условия, которые были необходимы. Поэтому что нам с вами нужно сделать? Мы делаем три простые вещи. Первое. Мы влюблены в продукт. Мы влюблены в наш прекрасный, уникальный продукт с тибетскими традициями, с тибетскими рецептами, с алтайскими традициями. Это два направления, которые включены в наше предложение. Более того, мы являемся продукт продукта. На сегодня мы используем этот продукт на 100%. Может быть, вы сейчас смотрите это видео и думаете, о каком же продукте идет речь. Давайте я постараюсь угадать, что вы точно используете наш продукт, но сегодня еще не зарабатываете деньги, а точнее не ездите на своем личном автомобиле от корпорации Тиандэ. Я точно знаю, что вы моете голову шампунем, вы используете зубные пасты, вы используете продукты красоты и здоровья. Более 600 наименований в нашем предложении. Более 50 различных групп от пяточки до макушки мы предоставляем нашим клиентам. Наши клиенты сегодня получают 100% качественный продукт. Кроме того, те люди, которые в этом видят свое участие как бизнес-модель, как бизнес-участие, как бизнес-предпринимательство, они строят структуру. Они строят структуру и имеют возможность действовать в 32 странах. Представляете, корпорации всего 7 лет, а мы уже с вами работаем в 32 странах. Это прекрасные результаты. Я бы сказал, это фешенебельные результаты. И сегодня нас с вами отличает что? Отличает прекрасный продукт, прекрасный маркетинг и те промоушены, те акции. Поэтому тот миф, о котором мы с вами говорим, миф, действительно ли дают Мерседесы, это действительно так. Но компания в этом году, на день рождения в 2014 году, объявляет новый, усиленный промоушен. Это промоушен, который дает возможность людям, которые только со старта уже включаться и выполнить легче программу и получить свой автомобиль. Знаете, сегодня ваше решение в ваших руках.
Вам нужно понять одну вещь. Есть у вас цель участвовать в этом промоушене? А с нашей стороны вы получите систему поддержки. Буквально в этом году введена система онлайн-рекрутера. Это уникальная система, которая позволяет вам работать в интернете. Если вы специалист и работаете в офлайне, в реале, это прекрасно. Мы усилим ваш бизнес через интернет. Если вы работаете и любите работать через интернет, у нас есть прекрасные материалы, которые дают возможность вам работать на просторах интернета по всему миру. Что нужно сделать? Нужно делать три простые вещи. Первая вещь – это использовать наш продукт. Второе – нужно делиться историями, как нравится вам этот продукт, какие результаты вы получили. И, конечно же, третье – нужно участвовать во всех семинарах, во всех бизнес-форумах, во всех путешествиях. Где есть спонсор, там есть вы. Где есть правообладатели, там есть вы. Всегда, везде. Почему? Потому что вы не знаете, где, на каком событии вы услышите то, что вам не хватало. Многие люди находятся в разном состоянии. У кого-то быстро, у кого-то получается, у кого-то медленно, у кого-то начинают темпы роста замедляться, у кого-то ускоряться. В чем же реальный успех? Этот ответ вы находите в третьем законе нашего бизнеса. Это посещение на 100% быть на семинарах. И тогда произойдет квантовый скачок. И тогда ваше сознание и подсознание заработает, и начнется закон притяжения. К вам начнут притягиваться люди, к вам начнутся притягиваться лидеры, к вам начнется притягиваться успех, потому что вы начали трансформацию своего сознания и подсознания. Вы сами дали толчок к лучшему. А как говорится, Тианде – небесное совершенство, и каждый раз мы улучшаем и совершенствуем свое сознание, свои мысли, свои действия и, конечно же, наши результаты. Год тому назад победителям промоушена «Мерседес» были вручены вот такие красивые папочки. Таких участников на сцене стояло более 100. Каждый из победителей этой программы, участников этой программы, получили такие прекрасные наборы. И в этом наборе есть инструкция Mercedes-Benz и такой прекрасный ключ. На самом деле это флешка, но в виде ключа Мерседеса. И вы знаете что? Мир Мерседеса меняет сознание. Это новая реальность, это новые возможности. И поэтому корпорация Tiande работает с лучшими брендами, с самыми лучшими брендами мира. И тогда 100 участников, получив такие прекрасные атрибуты, являются участниками. Они стали участниками программы. И сегодня не прошло буквально несколько месяцев, когда многие партнеры выехали из Авилона на своих новеньких прекрасных Мерседесах. Знаете, если вы не ощущали запах новой машины, если вы не ощущали запах нового Мерседеса, вам стоит это попробовать, вам стоит это сделать. И тот миф, о котором многие говорят, он сразу развеется. В продолжение этого, год тому назад мы получили наш собственный автомобиль. Но к этому автомобилю еще правообладатели подарили нам вот такого тигренка. Тигренок – это символ Олимпиады в Сочи. И это действительно очень сильный зверь, но тем не менее очень разумный и очень милый. И это говорит о том, что сила, разум и воля к победе. Мы призываем вас, чтобы в вашей жизни были изменения, чтобы воля к успеху, воля к победе преобладала, и в вашей жизни вы всегда были победителем. Потому что вы этого достойны, потому что каждый из вас смотрит это интервью и думает, чем я хуже этого человека, который сейчас вещает и говорит и хвастается о своих достижениях. Ничем, друзья. Все в ваших руках. И я верю, что вы сможете получить свой автомобиль в этом году. Присоединяйтесь, ищите, звоните и начинайте действовать. До встречи. С вами был Игорь Жабин, бриллиантовый директор 22 карат, Россия.